Приветствую всех любителей армрестлинга. Это поединок WIL Майкл Тодд против Флората. И победитель получает $20,000, если я не ошибся. Общий $100,000. Смотрим, как Флорат выходит и сразу показывает: я тебя вижу. Очень самоуверенный, очень самоуверенный. Вот, это его жена, она сегодня выдаст неплохо, так шоу покажет. Майкл Тодд говорит: твое время пришло, твое время пришло. В Фейсбуке творилось фиг знает что, в Инстаграме Майкл Тодд делает карикатуры на Лората и Лорат на него. Было очень интересно, поэтому поединок реально очень интересен. Самые ожидаемые, хотя до этого тоже очень много поединков. А вот это получается по Фейсбуку. Смотрите, как уверен Лорат в себе. Смотрите, как он ходит грациозно. Очень, как король, еле-еле. Вот так. Да, 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 и радуется уже, предвкушает победу. Жена просто жесть. Актриса, настоящая актриса. Ну, смотрите, что кричит. Что-то такое вроде: мы не боимся монстров. Все поддерживают его. И пошла первая схваточка. Очень интересно посмотреть, насколько силен Лорат. Почему? Потому что он реально прибавил, его лицо стало круглее. И вообще по комплекции стало намного больше. Поэтому Лорат в хорошей форме. И сейчас посмотрим, что он выдаст. Но в такой позиции, конечно, очень тяжело. Я вот тут сокращал, они боролись довольно-таки долго. Вот. Майкл Тодд на свежих силах, он все-таки затягивает его. Жена поддерживает, жена у него такой взгляд. Очень жесткий, что-то там говорит, что комментаторы английские не смеются. О, да, да. Он, наверное, говорит: сегодня у тебя будет хорошая ночь. Смотрите, лицо выразительное. Лорат, так, а что это такое? Оп. Так, King's Moves. Хорошо использует Майкл. Помните старое видео, вот у меня выбрасывал на канале, там Майкл Тодд, я бы даже сказал, полегче его чуть затягивал, но Майкл Тодд тоже не стоит на месте. Вот. Кстати, в интервью Лорат говорил, что занимался. Так, затянул Лорат. Майкл Тодд все-таки подловил Лората и выиграл его. И смотрите, вот самое интересное, как я замечаю, что сразу меняется мимика. Майкл Тодд начал хорошо чувствовать себя, а Лорат, конечно. Жена опять выдала что-то ему. И этот ответил нормально. Так, значит, счет 1-1. Все то же самое, как обычно, блин. Но, знаете что? Лорат очень активный, очень активный. И это пугает. Это очень, очень хорошо. Кстати, вот видите, ну, Лорат фалит, конечно, но не настолько сильно, как вот другие предшествующие поединки были. Вот. Поэтому довольно зрелищно смотрится. Лорат опять давит в трицепс. Уже некуда, у Майкла Тодда упала локоть. Лората висит вообще на краешке. Это, конечно, не пал. И не вал. Все, затянул, но не может подняться. Жестко-жестко рука болит. 100%. Вы должны знать это. Жёнушка опять улыбается.
очень устал, смотрите, весь мокрый. А Майкл Коул такой чувствует, что может справиться. Ну и да. Проиграл, но улыбается. Три поединка, но это как у них будет реально 6 поединков. 5. Какого фига, какого фига? Аж ругаются. Отличная. Но они уважают на самом деле друг друга. Оп. Короче, Майкл тот затянул его. А этот все равно так отца нажал. Такой хитрец. Все-таки Рад очень хитрый. Он все чувствует, он грамотный. Словил, словил, опять пробует. Все же самое сделать. Жмет, жмет. Смотрите, сейчас общий план будет. Оп! Та, что стол залет, вы так видели? Я еще не видел. Это, короче, очень эпический поединок. Парад молодец. Он знает, что он король здесь. Смотрите, как выгибается. Ну реально, тут шанс, это надо полностью туда еще подать, чтобы сразу же не проиграть. Жена, кстати, с боксом все время показывала судье. О, локоть, локоть, локоть. А судья очень жесткий. И смотрим. Победа. 3-2. Все-таки Майкл Толк победил. Вот его пафос Ларата немного сгубил. Знаете, не надо до этого так показывать, что я могу, я уверен вообще в своих силах. А потом вот с таким грустным лицом и сидеть. Вот этот красавчик. Майкл, good job. Говорит, хорошая работа. Congratulations, Michael. Поздравляю тебя, awesome Майкл. Хороший матч. И Майкл тот. Майкл, you said in the middle, no limits. You are his limit. I've been saying it the whole time. I love that dude. I've got more respect for that guy for what he's done for his country. Я наказал этого фраерного петушка. Готовься, готовься. Все, подписывайтесь на канал, комментируйте. Пока.